Для команд участниц первенства высшей хоккейной лиги России час X пробьет в пятницу 14 сентября в 18:30. Право сыграть в матче открытия 4-го сезона 3-й по статусу хоккейной лиги страны доверено клубам Чебоксары и Ростов-на-Дону. К радости чебоксарских болельщиков столичные богатыри стартовый тур проводят дома. Спортивный корреспондент Вячеслав Ильин побывал на тренировке нашей команды. Предматчевые тренировки как последние штрихи к портрету, а точнее к игровой схеме и задача тренерского штаба, в состав которого входит и доктор, прежде всего вселить уверенность в своих подопечных и снять предстартовый мандраж. А он, несмотря на имеющийся у большинства столичных богатырей игровой опыт, все же есть. И принцип плацебо, как говорится, вариант беспроигрышный. На сегодняшний день в хоккейной команде 24 человека, состояние 23 хоккеистов не вызывает сомнений, все они здоровы. Сергей Иванов, у нас получивший травму в игре с Челнами, восстанавливается. Нападающий ударной тройки, несмотря на больничный, тренировки не пропускает. Присутствие пусть и возле борта, тоже своего рода лечебная процедура, способствующая скорейшему возвращению в строй. Сегодня каждый штык, а точнее игрок, на счету. У нас нету глубины состава, как вы видите. Два запасных парня и все. Как бы, ну, вот в этом проблема пока только. Если Пенза будет нам присылать кого-то хорошего, хотя мы на это не рассчитываем, что кого-то хорошего нам пришлет Пенза, будем готовиться. И тот настрой, я думаю, не только Челны, а вся лига будет настроиваться с двойным усердием на нас. И все захотят обыграть нас, поэтому будет тяжело. Богатыри не отчаиваются. И со слов капитана, к бою, то есть к старту в первенстве ВХЛ, готовы и настроены только на победу. Ждем игру. И настраиваемся только на победу, ничего другого. К матчу открытия подоспели и официальные шайбы, которыми будут проводить игры первенства ВХЛ. В этом сезоне они вновь поменяли свой дизайн. Вот так вот выглядела она в сезоне 2016-17 года. А это уже сезон прошлого года, когда столичные богатыри стали серебряными призерами первенства ВХЛ. Ну а ныне наш голкипер Александр Мулин и его товарищ Евгений Орлов будут отражать, я надеюсь, и удачно шайбы вот с таким вот рисунком. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.